Здравия желаю, уважаемые зрители, подписчики, друзья и недруги. Сегодня показываю такую установку, значит. Моторчик небольшой. Такой же моторчик на генератор соединенный, видите. Заряжают 5 ионисторов. Вот ионисторы. 5 штук по 500 фарад. Значит, применяется выпрямитель, вставленный в сеть, но с сети ток не берет. Счетчик это не совковый, кто-то мне написал там какой-то совковый счетчик, там типа того. Все по правилам. То есть за счет того, что мотор берет инерцию, он практически ничего не потребляет. Ничего не потребляет. Ноль. Не практически, а вообще ничего не потребляет. Не шелохнется. Хотя вот лампочка, вот она включена. Включаю эти посла. Еще раз. Включаю лампочку посла. А сейчас вот назад откатится. И это отсюда же подключен. Вот он. То есть система, вот она заряжает уже 5,88, 5,89. Надо подождать. Заряжает медленно, но верно. Вот уже 5,90. То есть и работает моторчик, и работает генератор, и зарядка идет. Но ничего не потребляется. И счетчик рабочий. Так что рептилии, голову не морочьте. Идите сами в дурдом. Я все делаю правильно. Вот сейчас будут запчасти, мы отсоединим. Вот это отсоединим, поставим. Значит, АКБ. И будет то же самое. Будет зарядка АКБ и назад все возвращаться. Спасибо вам за внимание. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде и обороне. И не болеть.